Здравствуйте, в эфире новости Смоленской АЭС, в студии Александр Блиников. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на минувшей неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Комиссия Ростехнадзора проводит комплексную проверку Смоленской АЭС. Представители общественности Сафоновского района убедились в безопасности атомного предприятия. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Общая мощность составляет 2113 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Второй энергоблок с 9 октября находится в плановом среднем ремонте сроком на 42 дня. С начала октября энергоблоки Смоленской АЭС выработали 1443 миллион киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработано 19 миллиардов 768 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 26 по 30 октября на Смоленской АЭС работает комплексная проверка Ростехнадзора в составе представителей Центрального североевропейского управления, Федерального медико-биологического агентства, а также Главного управления МЧС по Смоленской области. В ходе работы специалисты проверят объекты капитального строительства атомной станции. Смоленскую АЭС и ее город-спутник Десногорск посетила делегация глав муниципальных образований и сельских поселений Сафоновского района. В ходе визита сафоновцы побывали в основных цехах и подразделениях станции, познакомились с работой оборудования, посетили действующие энергоблоки, реакторные и машинные залы. То, что я увидел на предприятии, систему ПСР предприятия, которая мотивирует людей к работе, мотивирует к недопущению ошибок и эффективности, скажем так, да, вот, это, конечно, очень хорошо, и мне кажется, что это, наверное, единственное предприятие у нас в области, где такая система есть. Многие гости признались, что ехали на атомную станцию с небольшой опаской, но увидев, на каком уровне находится безопасность в корпорации, почувствовали уверенность и даже гордость за то, что именно в нашем регионе есть такое предприятие, как Смоленская АЭС. Я думаю, одно из ведущих мест, наверное, занимает Смоленская атомная электростанция именно в плане охраны труда. И насколько все четко и отлажена работа людей, мы увидели, что нету вроде как никого, и все это работает. Это говорит о чем? О том, что люди знают свое дело и максимально концентрируются и выполняют то, что, как говорится, с них требуется. От увиденного остались самые яркие впечатления у всех гостей Смоленской АЭС. Четкость и отлаженность действий на предприятии вызывает восторг. Некоторые правила хочется взять на вооружение. Захотелось что-то пересмотреть в своей работе. Настолько здесь все четко. И, конечно, я хотела бы отметить вот эту удивительную атмосферу. Это, наверное, не всегда присутствует. Какая есть в вашем городе, какая есть вот здесь. Ее не передать словами. Сразу хочется сказать спасибо всем, кто эту поездку организовал. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей. Всего вам самого доброго. До свидания.